Сосед ходит медленнее, когда хватает рюкзачника. Знали, да. Он тяжелый мальчик. Тяжелые кости у него. Я это. А, Кирилл провалился у меня сквозь землю. Плавает, как зомби. Настолько тяжело, когда сквозь землю уже проваливается. Так, опять затаили дыхание. Ну, надеюсь, это буду я в этот раз хотя бы. Мэй, не хочу быть соседом, не хочу быть соседом ни за что. Тоже Мэй. Надеюсь, я наконец-то буду соседом. Отомстить кому-то хочет, да? Да. Я жду этого. Но! Я! Да столько можно-то! Да, сейчас такой сосед. Так, что? И до этого... То, что она говорила, хочет быть соседом и не хочет быть соседом. И сейчас не поймешь, она радуется или плачет. Она сосед. Слушайте, я уже всех боюсь, короче. Я буду танком кидаться во всех. А что, есть тапки? Дайте мне тапок. Да, есть танк. Нет, танк. Танк неинтересно, дайте тапок. Танк. Да, меня напали! Я танкист. Кто меня зачем добьёт, сэнпай? Я танкист, как Кирилл. Плохой мальчик. Чем вы там занимаетесь? А мы дерёмся. Она очень любит. Греть она любит. Греть она любит. Он меня сначала сам огрел. Привет, привет. Да. Нормально, да? Ай. Я джинсу подсвечивала, ходила. Не надо мне подсвечивать. Ты что делаешь, Кирилл? Уйди отсюда! Мэй, иди сюда. А, прикиньте, сейчас заворачиваем, и Динса такая заходит и... Поворачивается и... Что она делает? Кто закрыл дверь? Нет! О, господи! Она сосед! Кому-то лантус надо? О, сосед! Мне вам. Кому гаечный ключом зарядить? Это очень страшно! Смотрите! Смотрите! А что происходит? Я жду превращения. А что, если я не могу? Привет. Я не понимаю. Все нормально, да? За что меня коробка? Я карту выкинула с пилипом. Динса, у меня один тебе вопрос. Динса, у меня один вопрос. Кто нас закрыл? И с какой целью? А, мама! Это была моя тень! Это была моя тень! Ой, о господи, это было... Нет, это был не Нескафе! Не говори! Ну все, уже бесполезно все остальное. Извините. Ну, моя природа. За мной ангел бежит. Это Динса, короче. Да нет, мы прогалываемся, не бойся. Да, да, все хорошо. Это ангел! Я живая! Нет, я нет, живая, нет. Со мной все в порядке! Я яблочко скушаю. А его можно... Ты кушаешь яблочко, да? Яблоко нельзя хавать, что ли? Оно вкусное? ХП. Не знаю, сейчас в лоб кому-нибудь яблоко. Динца, привет. Нет. А дай ей яблочко. Да и не надо, отстань! Ты что делаешь? Ты что делаешь? Эй. Я не верю, что... Не поднимай ее, подожди, не поднимай ее. Ничего себе! Вы что? Вы что? А, это я проверяю. Я проверяю. Ну зачем? Несчастные девочки! Не знаю, что вы там делаете, я тут вас пошла. А я побежала, меня никто не убьет. Вы знаете, а вот сейчас фильм ужасов сработал, я ждала этого, и я... Не дождалась, да? Я ничего не дождалась, когда фонарик отвернула. Что я нашел? Я ломался. Я видел соседа. И как он? Симпатичный? Не знаю. Кому как, конечно, кому как. О, Кирилл. Уйди сюда. Я не что за мной? Что я делаю? Это ангел, походу. Что ты за мной? Ты дверь ногой выбил? Нифига себе, ты сильный. Что? Слушай, страшнее всего сейчас мне. Тебе не надо было даже брать ключ. Ты просто с ноги дверь выломал. Это сэмпай. Я все видел. Это сэмпай. Не понял.
Вот так вот они обманывают. Я видел тебя, это ты был. Иди туда. Я видел. Слушай, Мейбл, если ты понимаешь, о чем я, то у меня... Главный подрезал. Одна Мейбл знает. Это я уверен прям, да? Меня кто-то огрел, помогите! Что у них там происходит? Я видел, это ты был! В смысле, отстань от меня, меня... А где вы? Вы где вообще? Ой, опять он зарядил мне... Он яблоком кидается, помогите! Маленькая девочка с большим молотком! Что может быть страшнее ночью? Помогите, он меня хочет убить! Я видел, иди туда! Я потерялась. А кто за кем бегает? Визард за кем-то бежит. Можно, а я не могу тебе помочь. Я не могу тебе помочь, меня... Ну, уже больше нет на этом свете. Внезапно, да? Ты же знала, что есть. Ну, я где-то есть. Значит, это она, сосед. Нет. Что происходит? О, Динза. О, Динза, привет, подруга. Конечно. Что? Красный ключ остался. Я никого не вижу. Ой, какой красный? Красный, да, один красный только. Я понял. На крышу идите проверьте, я там не все проверил. Ты ломал стекло. Как это работает? Куда же? Мы не говорим, не говорим. Я ломал. Иди сюда, мальчик. Я понял. У меня для тебя есть молоточек. А мне для тебя есть фонарик. Иди, как-то надо. Иди сюда. Все бесполезно. А прикинь, мы его запутаем сейчас. Иди сюда, а я тебя буду ловить. Кто-то стулом закрылся или что? А, спасите. Это я. Ням-ням-ням. Очень вкусный мальчик. О, у него тоже горькая попка, что ли? Это уж тебе лучше знать. Вот скажи, горькая ли у него попка? Не знаю. Я запуталась уже, потерялась. Тихо, вот, значит, как, да? Да! Табуретка выше, спасибо. Да? Блин, мне страшно. Чё? Действительно страшно. Я понял. Слышь, Ангел, за тобой... Стоп, чё? Тут просто... Тут просто заговор. Лай! Это что ещё такое? Ангел, ты же как ты можешь чихнуть. Кто это? Господи, это сосед! Не может быть! Меня поймал один сосед. Смерть, ГГ. Всё. Меня вообще нет. Я вообще на втором этаже. Чё ты говоришь? Это был сосед. Он тоже хочет всех запутать, сэнпай. Уверена? Я на втором этаже. Не, расслабьтесь, получайте удовольствие. Сейчас вы не можете сопротивляться, просто расслабьтесь и получайте удовольствие. Против них уже просто ничего не спасет. Ключ надо, где ключ? Ворона указывает, но ни хрена непонятно, как я это люблю. Давай с ноги дверь. Кирюха, надежда на тебя. Я же так могу. Я один остался, что ли? И на меня. У нас еще двое. Я знаю, куда она показывает. Да, не бросай этот предмет, ангел, не бросай! Как мне достать ключ этот? О, все, достал. Ох. Давайте хоть раз победим. Так, мы побеждали один раз, было дело. Осторожно, ангел. Ангел, тебе стоит бояться всего. Понимаю. Ах ты, иди сюда! О! Дверь попала открыта! Кирилл, да какого, как? Что произошло, я вообще не понял. А как это? А почему это? Какого? Это что вообще? Как это произошло? Я ничего не поняла, как это произошло. Как сосед? И сосед, и дети попали в подвал. Я не знаю, что произошло. А я просто сверху прошел. Я слышал, она такая стала вот там вот. Я видел, куда она спряталась. Короче, иду туда, смотрю. О, здравствуйте, мы из компании Oriflame, долбанул я ключом. Нормально, да? Спасибо. Блин, за что? Вот скажите, за что в меня демон вселяется? Вот вообще скажите, я не хотела. Не мой демон, ты обещала мне в прошлый раз, что я буду соседом. Можно мне? Только не Кириллу, пожалуйста, все, мне хватает.